Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Я вам напомню, что в предыдущем видео мы с вами вязали вот такие красивые ушки. Если вы еще не смотрели тот мастер-класс, можете найти ссылочку на него в описании, но и вверху экрана тоже ссылочку оставлю. Мне эти ушки захотелось украсить еще бантиком, собственно, об этом и будет речь в этом видео. Итак, я выбрала для себя контрастный подходящий цвет. И для начала вязания набираем 3 воздушные петли. Теперь начиная от второй петли от крючка, провязываем 2 столбика без накида. Делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. В следующем ряду вяжем 2 прибавки. В начале ряда будет неудобно, потому что петля получается на повороте. Помогайте себе пальчиками. Очень важно попасть именно под обе стенки петли. Также делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Теперь нам нужно провязать просто столбики без накида. В ряду получится 4 столбика. Делаем воздушную петлю и разворачиваемся. Делаем прибавку. Провязываем 2 столбика. И делаем еще одну прибавку. В следующем ряду мы провяжем 6 столбиков без накида. И теперь нам нужно провязать таких столбиков 4 ряда. Всего у нас должно получиться 5 рядов из 6 столбиков без накида. Далее приступаем к убавкам. Делаем убавку. Провязываем 2 столбика без накида. И повторяем убавку. В следующем ряду провязываем 4 столбика без накида. Далее повторяем 2 убавки подряд. В следующем ряду 2 столбика без накида. С этого момента мы начинаем все вязание полностью повторять. На экране я продублировала всю схему вязания. Можете видео остановить и вязать по схеме. Или можете включить видео просто заново. Первую половину бантика мы закончили 2 столбиками без накида, поэтому вторую половинку начинаем вязать с 2 прибавок. Далее провязываем 4 столбика, в следующем ряду 2 прибавки по краям. Затем 5 рядов провязываем 6 столбиков без накида. Далее делаем 2 убавки по краям, вяжем 4 столбика без накида, повторяем 2 убавки подряд и остается 2 столбика без накида. Провязывайте самостоятельно и возвращаемся. Обрезаем рабочую нить по длине, мы из нее будем делать серединку. И так у нас получилось 2 одинаковых детальки. Сейчас мы их будем сшивать. Вставляем ниточку в иголку, складываем 2 половинки. В каждой из них у нас осталось по 2 столбика без накида. И эти столбики мы сшиваем. Я делаю по 2 стежка в каждую петлю, чтобы половинки держались крепче. Ниточки, которые остаются после пришивания, нам еще понадобятся, поэтому нить не обрезаю, просто выдергиваю иголку. Сшитой половинкой складываем в центр. Я еще разворачиваю, чтобы узелки все были внутри. И оставшимися ниточками формируем серединку. Кончики прячем. В итоге у нас получился вот такой симпатичный бантик. Его размер можете изменять, провязывая больше прибавок и увеличивая количество рядов. Чтобы его пришить, просто крепим ниточку к задней стороне и пришиваем. Надеюсь, мастер-класс был для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч в следующих видео. Пока-пока!